Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем огромнейший привет. Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео мы вместе с вами откроем новую косметику. Рубрика «Открываю новую косметику», пробую, повторяю то, что мне нравится, или открываю что-то впервые. Ну что, у меня заканчиваются, там на один раз осталось гидрогелевых патчей. И я повторно открываю вот такие вот патчи от компании T&D. Это гидрогелевые с красными водорослями и юзу. Мне они очень понравились, классные, отлично, в общем-то, разглаживают морщинки, напитывают область под глазами, убирают темные круги под глазами, ну и, в общем-то, классно работают, клевые. Дизайн у них красные. Там, конечно же, есть лопаточка и очень много жидкости. Вот столько много жидкости. Они такие тоненькие и отлично работают. Тут еще защитная пленочка сверху лежит, которую нужно убрать, поддеть и потом уже пользоваться патчами. Плотно крышка закрывается, поэтому до конца использования патчи остаются влажными и отлично работают. Повторила, потому что они мне очень понравились. 60 штук. Довольно очень выгодно по цене получается. Оставляю в инфобоксе ссылочку, по которой вы сможете пройти для себя, заказывать. Так же, как и я, выгодно, со скидкой 35%. Это выгодные покупки. Поэтому заглядывайте в инфобокс, и там вы найдете ссылку на компанию T&D. Следующее, что открываю, это также от компании T&D трансдермальный комплекс Botox Effect. Это такой комплекс, который наносится на кожу лица на этапе сыворотки. То есть умылись, тонизировали кожу и наносим комплекс. В компании есть, значит, два комплекса. Это ботокс эффект и лифтинг эффект. Вот на этот раз я открываю ботокс эффект. Смотрите, как это выглядит. Это жидкость и это порошочек. То есть это все вскрывается. Этот пузырек герметично закрыт. Одевается наконечник для того, чтобы удобно пользоваться. Здесь крышечка откручивается. Наносится вот эта вот жидкость, несколько там капель на участок лица. И сверху сыпется порошочек. Получается, что это замена инъекциям. Дает отличный результат при ежедневном использовании. Кожа расправляется, и этот комплекс заставляет ваш внутренний потенциал кожи работать на то, чтобы расправлялись морщины, улучшался тургор лица, плотность кожи, ну, тургор кожи улучшался, плотность, сама кожа становится более ровной, более такой подтянутой. И, в общем-то, я уже не впервые открываю такой комплекс и буду, в общем-то, его использовать, потому что мне он нравился, я его, в общем-то, снова нужно повторить. А еще нашла вот такую вот у себя сыворотку, значит, Damage Repair, тоже лифтинг сыворотка для лица. В общем-то, буду использовать ее. Я чередую, могу неделю, допустим, вот этой попользоваться, там, недельку этой под крем. И так получается, что кожа получает разные ингредиенты, которые содержатся, в общем-то, в тех или иных средствах. И получается отличный результат. Дальше у меня закончилась мицеллярная вода. Открываю на этот раз такую, посмотрела, что у меня есть последняя, наверное, в общем-то, мицеллярку. Вот такую буду использовать. Так, следующее. Несколько продуктов из декоративной косметики. И первое, это из серии Giordani Gold. Заказывала я Beige Naturally. Вот такую вот тональную основу. Она получается у нас с пипеткой. В таком вот оттенке я ее заказала. Она такой средней консистенции, но ближе даже к жидкой. И можно ее наслаивать с SPF 25. В общем-то, тестирую. Вот такой вот флакон, дизайн. Такая вот новинка. Дальше еще
Губные помады. Я успела уже, конечно же, их протестировать, хорошо попробовать. С ними ездила в Москву и пользовалась ними там двумя. Я заказала 60-й цвет и 59-й. Так, давайте начнем с 59-го цвета. Дизайн, конечно, красивущий. Такой металлический флакон. Скажу сразу, мне помады понравились. Вот такой вот красивый цвет. Дизайн, конечно, вообще классный. И здесь на срезе, как цвет есть, она дает плотный оттенок. На моих губах смотрится очень красиво. Мне понравилось. Вот давайте посмотрим. Вот так вот она рисует. Следующий цвет. Тут уже очень интересно. Это 60-й. Значит, в самом стике, правильно, наверное, назвать, кажется, как будто это коричневая, но на срезе она малиновая. И она вот такая вот. В общем, два цвета, мне они нравятся, оба мне подходят, очень удачные такие оттенки. А следующее, что открываю, серия Giordani Gold. Заказывала как-то ранее, не знаю, почему не открыла. Хотя знаю, что там надо бы уже попользоваться. Это карандаш. Карандаш для губ прозрачный, универсальный. Подходит хоть под блески, хоть под помады, хоть под что. В общем-то, такого белого нейтрального цвета. Так что буду, в общем-то, тестировать, пользоваться, не знаю пока. Следующее, что из ароматов, вот такой вот аромат, кстати, там при покупке средства приходил такой аромат, у меня из мини вообще ничего толком с собой нет, вот тоже решила открыть, брала с собой, кстати, в Москву, когда летали на Мисс Россию к дочери, удобный формат, именно в маленькую сумочку с собой, чтобы аромат был, вот уже успела сколько, в общем-то, поиспользовать этого продукта. Дальше. Несколько средств открываю для волос. Серия Dioloji. Значит, это у нас дневная и ночная. Ну, как это назвать? Дневной не смывается, ночной тоже не смывается. На ночь наносится, и потом с утра моете голову. Такие кремообразные средства. На 8 часов, видите, написано. Буду тестировать, посмотрю, попробую. Дневное, я так понимаю, что-то это типа CC-крема для волос, которого там много факторов действия, да, там и как термозащита, и как это действует. Тут довольно-таки продукты, ну, то есть на несколько раз хватит. В общем, попробую, потестирую, интересно. Следующее, из серии Dioloji я заказала, это, значит, сыворотка для волос, сыворотка для кончик, для секущихся кончиков волос. Я ее уже попробовала. Хочу сказать, что была очень так приятно, интересно, удивлена. Обычно всякие там, которые масла там или еще что-то, нет, здесь такая жидкость типа водички, просто гелевой водички. То есть она не жирнит, она не получается, не дает какого-то блеска. Но, в общем, буду тестировать. Для кончиков именно волос она. Следующее, что, значит, открываю. Вот такой вот гель для душа. Крем-гель. Солнечные оливки от компании Тиандэ. У меня из этой серии был лосьон. Как-то давненько. Он мне очень-очень понравился. От него была кожа прям такая бархатистая, напитанная и прям как шелк. Геля, крем-геля у меня не было. И, в общем-то, интересно, конечно же, попробовать. И сейчас уже у нас отопительный сезон, у нас уже в квартирах довольно-таки сухо. И здесь у нас получается вот такой вот дозатор. В общем-то, дозатор. И вот такой вот крем-гель из серии Хайнань Тао. В общем-то, будем пользоваться им.
довольно-таки большого объема. Сколько здесь? 350 грамм. И он такой, как я понимаю, кремообразный. В общем, будем использовать его. А следующее, что еще открываю. И это вот такую вот зубную пасту Клац Апероль Шприц без фтора. Ну, зубной пасты это такие расходники. Здесь она получается у нас с таким вот как бы вкусом. 75 миллилитров, 90 грамм равно. Таким вот вкусом будем, в общем-то, использовать, потому что зубные пасты это то, что заканчивается на 4 членов семьи очень-очень быстро. Следующее. От компании T&D. И это у нас, в общем-то, Яушень Форте. Это у нас такие вот фитопатчи для тела косметические. Их там получается 2 штуки. Они большие, довольно-таки такие большие. Клеятся на проекцию почек. Значит, на пояснице там отступают 3 пальца от позвоночника, клеится. Можно, я разрезаю, клею небольшие, и для профилактики мочеполовой системы клею, в общем-то, вот такие вот фитопатчи. У меня закончились, это уже проверенная вещь, поэтому, в общем-то, ежедневно в течение 10-15 дней, в общем-то, используется на 12 часов в сутки клеится. И 10-15 дней курс как бы такой проходите, вот как вот здесь написано. По рецептам китайской медицины здесь все, в общем-то, это такие вот фитопатчи, которые клеятся на тело, это замена там уколам, всему такому. То есть это снаружи применение абсолютно безболезненное, клеятся вот такие вот эти, в общем-то, пластыри. Следующее, что... Конечно, открываю вот такие ежедневки, супер тонкие, на травах ежедневные. Они каждый в индивидуальной упаковке. В общем-то, удобно брать с собой, удобно в использовании. Такое от применения есть определенный холодок. Они в форме не создают парникового эффекта. Очень супер тонкие, ну, в общем-то, вот такие вот женские штучки. Для того, чтобы сохранить женское здоровье. Давайте вам покажу, как они выглядят. Для того, чтобы заботиться. Ну, вот такие вот тоненькие. И там наклейка, клейка основа. Нет парникового эффекта, значит, нет размножения бактерий и всего такого. В общем-то, вот так это выглядит, чтобы вы знали. Следующее. У меня закончилась вишнево-гранатовая желе с коллагеном. А вы знаете, что я коллаген пью на постоянной основе. Состав вишнево-гранатового желе с коллагеном – это очень крутой состав. Уже многие их сравнивали там, с другими какими-либо аналогами, которые продаются там в разных... местах. Здесь говяжий коллаген, он отлично усваивается организмом. Здесь сок вишни и гранат. Вот такие вот стики я развожу в воде, пью. Можно съедать непосредственно из стика, даже можно просто оторвать. И как такой десерт, вкусняшку съесть, даже какой-то перекусик. Но если у вас есть проблемы суставы, волосы, ногти, хочется улучшить качество кожи, улучшить тургор. И сколько нужно пить, вот спрашивают, сколько нужно пить. Знаете, тут мне написали, я вот пропила уже 2 пачки, и когда же будет результат? Вот мне, во-первых, какой результат, да, нужен, во-первых. Во-вторых, это биологически активные добавки к пище, которые нужны к пище каждый день, каждый день. А если вам примерно там 35-40 или старше лет, соответственно, вы как бы до этого, допустим, не как-то не витаминизировали, так скажем, свой организм, и есть какие-то проблемы, так в первую очередь это пойдет на хрящины, суставы, это не дойдет ни до волос, ни до кожи. То есть это пить нужно каждый день, каждый день. Вот вы каждый день не едите, каждый день нужно получать организму витамины. И если есть проблема, то вообще нужно пить по 2 стика в день, не думать, сколько я пачек пропила. Я уже пью 3-й год и довольна результатом в плане того, что у меня нету хруста в коленях, у меня хорошее состояние пяток, у меня отрастает
отрастают волосы той длины, которую вы видите, и я, тем не менее, их подравниваю, подрезаю, да, вот, у меня нормальное качество плотности кожи, и, в общем-то, все остальное, поэтому это нужно каждый день вашему организму, а не о том, что я пропила две пачки, и когда же я дождусь результата. Но если вы перестанете есть, что произойдет? Если вы перестанете заправлять автомобиль, что произойдет? Он просто не поедет, просто не поедет. Поэтому это нужно каждый день. Следующее. Вот такой вот хочу пропить комплекс с грецким орехом. Это у нас антипаразитарного действия. Потому что антипаразитарные программы нужно проходить регулярно. Сейчас осенью самое время, отлично, поэтому, в общем-то, такой БАД – это биологически активная добавка к пище. Здесь, кстати, содержит в качестве источника флавоноид и бета-глюконат. Вот, по одной таблетке два раза в день во время еды, видите, во время еды, дополнительно к еде. Вот, содержится в блистерах. Вот. Разработаны программы по здоровью в компании T&D, более 30 программ, которые дают очень крутой, классный результат по снижению веса, антипаразитарные, детокс-программы, если у вас проблемы с сосуды, капилляры, ну и другие вопросы, которые нужно решать, все это есть в компании. Следующее. Открываю вот такой вот чай, черный чай с радиолой розовой. Значит, это у нас один из самых мощных адаптогенов, известных в природе, славится своими чудесными тонизирующими свойствами, способствует крепкому иммунитету, поддержанию выносливости организма во время длительных напряженной работы, в том числе большим потоком информации. В общем-то, начните этот день с чашечки ароматного чая, доброй мысли и счастливой улыбки. Пусть у вас все получится. То есть завариваем, это черный чай, завариваем, пьем как обычный чай. И это у нас будет черный, но с содержанием полезных компонентов, которые будут вас оздоравливать, поддерживать ваш иммунитет. Но если вы что-то подхватили, простыли, замерзли, то пришли сразу же заварить. Заботьтесь о себе, заботьтесь о своем здоровье. Имейте вот такие вот качественные продукты. Сделан на Алтае, 20 фильтр-пакетов, очень приятный вкусный чай. Ну, это все как обычно. Завариваете и пьете. Ну и, конечно же, у меня закончилась биологически активная добавка к пище БАД Пиалянь. Витаминно-минеральный комплекс, который я пью на постоянной основе. По одной капсуле каждый день. Просто по одной капсуле каждый день после завтрака. Для того, чтобы насыщать свой организм витаминами, минералами, для того, чтобы были крепкие волосы, ногти и другие. В общем-то, здесь у нас написано содержание, суточная норма. И это сбалансированный комплекс для того, чтобы вы каждый день получали витамины и минералы. Это нужно организму, нужно просто нужно. Потому что организм страдает, когда у него нехватка чего-либо, и потом получается, что возникают какие-либо проблемы, которые могут вытечь уже в какие-то другие. А чаще всего у нас медицина лечит не причину, а последствия. Поэтому поддерживайте свой организм биологически активными добавками, вкладывайте в здоровье, и только тогда вы будете в активе, в позитиве, в отличном настроении, с хорошим сном, с энергией. Все это есть в компании T&D. Поэтому будут вопросы, пишите под этим видео. Буду рада с вами пообщаться. Ну, а я очень рада, что сняла это видео для вас, потому что очень многими продуктами мне нужно уже пользоваться, потому что они у меня закончились. И, в общем-то, я это сегодня сделала. Ну что, всех обнимаю очень крепко. Всем пока-пока. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю пока-пока. До новых встреч на моем канале.